Всем привет, дорогие друзья! Купил тут себе зарядник в автомобиль от Xiaomi Roid Mi и хочу его сейчас потестировать. На ощупь зарядник сделан очень классно, он металлический, тяжелый, грамм 150, наверное, весит. В общем, к изготовлению, качеству от Xiaomi никаких претензий нет. Ну, собственно, как ко всей продукции, все сделано очень хорошо, добротно, приятно лежит в руке, матовый металл. То есть царапаться не будет, не глянется, пальцы на нем не видны. У меня есть пауэрбанк от Xiaomi, я хочу им потестить. Плюс нагружу его телефоном, на который сейчас снимаю. И есть такой измеритель мощности с Алиэкспресса заказанный. Так что сначала я попробую потестировать в одном разъеме, потом в двух. Сами Xiaomi-овцы на коробке обещают по 2,4 ампера на каждый порт. Или максималка можно с двух снять 3,6 ампера. Сейчас проверим, насколько эти показатели правдивы. Максимальный ток зарядки у пауэрбанка 2 ампера. Плюс я надеюсь, что телефон снимет амперчика полтора. Проверяю зарядку, заряжен на 3 четверти. Можно тестить. Теперь попытаюсь воткнуть зарядник одной рукой, потому что второй снимаю. Зарядник залез нормально, а вот провода пришлось втыкать долго, поэтому процесс я ускорил. Теперь смотрим, что получилось. Ну вот, как видим, 2.13, 2.1 ампера, то есть он дает. Отлично, как и было заявлено. Теперь подключим телефончик и посмотрим, что будет при практически двойной нагрузке. Смотрим, что получилось, и видим, что срабатывает защита, которая встроена в зарядник. Супер, зачет, Xiaomi зачет. То есть можно втыкать все, что угодно, не боясь перегрузить, не боясь, что он сгорит и сдохнет. Выдергиваем телефон и видим, что зарядка пошла опять нормально. Так, значит, один порт мы перегрузили двумя устройствами. Теперь надо воткнуть во второй порт и посмотреть, что будет. Будет ли он нормально выдавать зарядку на два выхода. Опять мучительные попытки воткнуть все это одной рукой. Наконец-то мне это удалось. Смотрим и видим, что зарядка продолжается, двушечка выдается, то есть зарядный ток не упал при втыкании телефона, и телефон тоже начал нормально заряжаться. Ну что ж, плюсик в карму к Xiaomi. Молодцы, ребята, хорошую зарядку сделали. На этом на сегодня все. Я рад, что вы меня смотрели. Я рад, если мое видео вам понравилось. Оставляйте комментарии. Пока, всем до новых встреч!